Привет еще раз. Решила выйти еще раз в прямой эфир, чтобы ответить на ваши самые важные вопросы по поводу медитации, визуализации на привлечение мужчины, денег и вообще любых желаний. Потому что увидела сегодня в эфире много вопросов, решила зайти еще. А кто смотрит меня на YouTube? Напишите, пожалуйста, в комментариях, хотите ли вы такие видео с ответами на ваши вопросы, потому что отвечать в директе я не могу всем, я просматриваю, но я не отвечаю всем, прошу прощения, но это просто физически невозможно. Привет! Еще раз добрый день, у нас эфир на то, чтобы я ответила на ваши вопросы. Задавайте вопросы по поводу медитаций, визуализаций. Любые вопросы я буду устраивать для своих подписчиков в Инстаграм. Стримы я веду только в Инстаграм, поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь, кто на YouTube и кто в Телеграм, ко мне в Инстаграм, если вы хотите участвовать в этих стримах, задавать вопросы. Конкретные вопросы приветствуются. Очень четко очерчены конкретные вопросы, тем конкретнее будет мой ответ. Как снизить важность? Например, да, вот такой вопрос, который задают очень-очень часто. А тут должен быть развернутый ответ на этот вопрос, потому что вопрос глобальный, да, очень много нужно будет ответить. Давайте я начну с таких полегче вопросов, а потом напомните мне в конце, и я отвечу. Почему не получается перепросмотр? Всякое уже пробовала. Почему не получается перепросмотр? Потому что практика действительно непростая. Там нужно очень хорошо сосредоточиться, чтобы войти в это состояние. Напомню, что практика перепросмотра — это одна из сильнейших практик на забор энергии из прошлого. Впервые об этой практике заговорил давным-давно писатель Карл Кастанеда в своих книгах. Вот. И в его интерпретации я считаю эту практику единственно правильной. Сейчас много как интерпретируют эту практику, какие-то другие авторские методики придумывают, но только если вы хотите оригинальную методику узнать, то гуглите Карлос Кастанеда. Я часто описываю ее в своих каких-то либо где-то рассказываю на курсе, либо в моей книге «Сила энергопрактик». Ссылка под этим видео будет. Проблематика в том, что практика непростая, и результат приходит не с первой сессии. Когда я делала эту практику, у меня было, ну, наверное, 14-15-16 лет, и я это делала около года вот так вот интенсивно, и первые результаты были только через месяц регулярных практик. Вот. Люди, которым сложно сосредоточиться, им нужно будет больше времени, чтобы эту практику сделать. Это непростая практика, и, пожалуйста, если вы хотите ее освоить, нужно время уделять ей. Девочки, как привлечь деньги? Очень просто. Заходите, например, на мой канал, кто смотрит в Инстаграм, в Телеграм, «Мастер закона притяжения», и там есть много медитаций на деньги. Например, так, слушая мои медитации на деньги, можно запрограммировать свое подсознание на то, чтобы привлекать деньги. Есть мои марафоны на деньги, «Стань денежным магнитом», есть мой курс «Сила медитации», там блок на деньги есть. Например, вот так. Много разных есть практик. Сделала сегодня перепросмотр, столько слез было, Алекса. Я знаю, что вы хотите либо вебинар какой-то, либо марафон на практику перепросмотра. Я обязательно это сделаю чуть попозже. Как правильно сделать визуализацию? Ну, опять же, да, визуализация — это тоже такая энергозатратная практика. Буду говорить честно,
Нужно сосредоточиться. У некоторых она не выйдет с первого раза. Когда я ее осваивала, я постоянно входила в нее. Это практика, когда ты представляешь и чувствуешь то, что ты хочешь привлечь, да, по закону притяжения. Если мы что-то ощущаем, чувствуем, мы привлекаем это в свою жизнь. Постоянно лезут в голову какие-то мысли, не держится концентрация на том, что ты хочешь. Перепросмотр и визуализация — одна из самых сложных практик, потому что нужна просто концентрация. И это все реально, просто не с первого раза. Надо просто чувствовать то, что ты хочешь, ощущать это. Многие люди не знают, чего они хотят, поэтому трудности возникают. Начните с каких-то маленьких желаний, да. Я всегда рекомендую начинать с маленьких, небольших желаний, чтобы осваивать практики. Да, перепросмотр. Я поняла запрос. Как стать женщиной, которая питает своего мужчину энергией? О май гад! Вам своя энергия самой не нужна? Вы знаете, я не сторонница того, что нужно питать мужчину энергией. Я сторонница того, что нужен баланс, да? Он должен тоже вас питать энергией, да? Во-первых, это должен быть баланс. Круговорот между вами, между мужчиной и женщиной. Он должен делать что-то для вас, вы должны делать что-то для него. Это нормально во всех отношениях. Чтобы быть ресурсной женщиной, нужно быть в ресурсе конкретно, да? Как войти в ресурс? То же самое, самое легкое — это слушать медитации на восстановление энергетики. Например, у меня на канале есть медитация на повышение женской энергии, например, с помощью четырех стихий, а это одна из недавних медитаций. Но еще нужно не забывать, что иногда женщины встречаются или живут с абьюзерами, которых невозможно исправить, которых невозможно изменить. Это люди, которые выработали свой характер, будучи маленькими детьми, и так просто изменить людей с помощью практик невозможно. Хотя многие сейчас говорят, коучи некоторые говорят, что можно любого человека, мужчину изменить. Я с этим не согласна. Надо какой-то отдельный эфир сделать на тему отзеркаливания. Я писала в своем Инстаграм и Телеграм по этому поводу, на эту тему. Вот. Как благодаря вашим практикам не только привлечь и удержать? Да, это проблема многих, потому что привлекать с помощью практик достаточно легко, да, чтобы мужчина вышел на контакт, позвонил, пришел, предложил свидание, там, ужин. Но когда мужчина... Почему мужчина приходит? Он чувствует возросшую энергетику, когда вы делаете практики. Вот, на энергетическом уровне он чувствует, что его тянет к вам, потом встречается с вами, и тут шарик сдулся, да, вы не знаете, как вести себя с мужчиной, слишком много ему отдаете, становитесь липучкой, некоторые женщины, да, и просто скучно женщиной. Все же завязано не только на сексуальном общении, романтическом. Также есть и ментальная чакра у мужчины, о чем-то нужно говорить. А на эту тему я писала в своей книге «30 правил общения с мужчинами». Тоже под этим видео будет ссылка. Если вы смотрите на YouTube, книгу можно приобрести. Там много рассказывать, о чем нужно просто стать женщиной, которая имеет собственное достоинство и которая не липучка, потому что мужчины насыщаются энергией вашей, и не давая ничего вам взамен, они не инвестируя в вас, они не привязываются. Это всем уже известный факт, да? Нужно все-таки мотивировать мужчину на инвестиции в себя, чтобы он успел в вас влюбиться и привязаться, а не просто отдавать ему свою энергию, о любви сексуальную.
Завтра пойду подавать документы на ВНЖ, но уже начала делать медитации на исполнение желания. Правильно ли это? Ну, наверное, да. Если вы хотите этого, почему бы не подпитать? Он женат. Какой медитации делать? А, насчет женатых мужчин. Это очень энергозатратно. Я никого не осуждаю. Если вам хочется, это ваше дело. Но уводить мужчину из семьи — это очень энергозатратно. А, намного легче привлечь мужчину, который не женат и который готов к отношениям. А если все-таки хотите же с женатым что-то, есть достаточно медитации. У меня на канале не конкретно для женатого, а просто для привлечения мужчины, для того, чтобы он влюбился. А покупала вашу книгу, всегда перечитываю, когда необходимо. Спасибо большое за отзыв. Какая была книга? 30 правил или сила энергопрактик? Можно ли визуализировать деньги? Кто говорит можно, кто нельзя? Да, у меня, мой опыт подсказывает мне то, что можно, хотя... У меня была такая двоякая ситуация, многие знают эту историю, я ее часто рассказываю, что мне нужны были, это было 8000 евро, но на конкретную цель, когда я хотела остаться в Германии студентом, хотела пойти учиться, там нужно для студентов иностранных конкретная сумма денег. И я визуализировала денежный вихрь, даже есть видео на моем канале, под этим видео тоже оставлю ссылку на него. А как я привлекла 800 тысяч рублей, вроде бы называется видео, да. И я визуализировала денежные банкноты, вот. И мне пришли не 8 тысяч, а 10 тысяч евро. Хотите узнать, что за история? По ссылке переходите под этим видео на YouTube и узнаете. Если практика излечить мужа от алкоголизма? Когда дело касается привычек алкоголизма, наркомания другого человека, это очень трудно, потому что человек должен захотеть, во-первых, избавиться от этого сам. Вы же не Господь Бог, чтобы менять вообще людей в корне, чтобы менять их характер. Ну, как бы со своей жизнью справьтесь для начала. Вот. Поэтому практиками сделать из мужа там ленивца, который до 30 или 40 лет лежал на диване, сделать миллионера. Девочки, я бы хотела, конечно, вам пообещать такое, чтобы, например, продать какой-то курс, сделать из мужа миллионера, но у меня есть совесть, и я скажу, что это практически невозможно. Если у вас муж, ваш муж наркоман, алкоголик, не работал никогда в своей жизни, вы медитациями из него не сделаете. Другие коучи говорят, что это возможно, пробуйте, а я буду рада, если у вас получится. У меня есть книга и курс «Просто продолжать». Хорошо. Да, делай перепросмотр. Я надеюсь, что ты делаешь эту практику правильно. Девочки, посмотрите эфир с самого начала, я запущу ссылку, если сохранится ссылка везде. Как понять, это мужчина ведет себя странно или я слишком требовательная? Ну, во-первых, нужно знать вашу ситуацию, что вы требуете, что за ситуация. Трудно понять вот так. Я знаю себя, я адекватный человек. Ну, в ходе жизни я выяснила это, что я все-таки адекватный человек. Я могу понять, какие мои требования адекватны, какие нет. Вот. Поэтому надо знать вашу ситуацию. Марафон пока не планируется, но дозревает матрица желания марафона. Да, я опять в прямом эфире, представляете? Прям два раза за день. Скажите что-то по поводу сегодня. Вам сказать прогноз на сегодняшний день? Мой парень извёл. То он уходит, то он приходит. Хочу быть с ним, но мы максимум 10 дней вместе, а потом считать на месяц. А здесь очень просто, да, если мужчина постоянно исчезает,
У меня тоже была такая ситуация, когда у меня был первый мужчина, я долго была с ним 6 лет, и он уходил вначале, исчезал, пропадал, я его привлекала практиками, я его влюбила в себя, и он уже был со мной вместе, и он был моим навсегда, все соперницы ушли, соперниц было много, все его хотели быть с ним, он был видный парень. Но в конце концов я тренировала на нем свою силу магическую, практик визуализации, силы мысли, законы притяжения, да, и я поняла в конце концов, что мне этот человек не нужен, потому что если вот такое происходит, да, постоянно туда-обратно, человек либо не готов к отношениям, либо к отношениям конкретно с вами, а либо он вообще такой человек, что не любит брать на себя ответственность. Да, вот и все. Делайте выводы и привлекайте того парня, который с удовольствием будет находиться в отношениях. Это тоже реально сделать, и часто нужно привлечь нового мужчину и быть с ним счастливой, чем вот так вот годы просто тратить на мужчин недостойных. Пишите, пожалуйста, на русском. Я не понимаю там некоторые предложения. Да, сохраню, конечно же, если удастся. Как повысить свою уверенность? Своя уверенность тоже есть у меня медитация на канале «Мастер закона притяжения». Дай бог, я все ссылки оставлю. Если что-то напоминается в комментариях, я потом подгружу ссылки. Но ее можно найти мне на канале. «Ты станешь уверенной в себе», Олег Саоник. В YouTube задавайте и находите. Вот эта медитация. А потом, вообще, что такое уверенность в себе? Это такой процесс, который начинается с детства, да, как вас воспитывали родители, вам запрещали все, не давали возможности свое мнение высказать или свое личное решение принять. Еще уверенность, конечно, и как бы стержень свой, он также характер, да, все-таки характер — это очень важная вещь. Иногда вы с таким характером рождаетесь. Ну вот я, например, папа мне с мамой говорили, что я с самых маленьких, молодых лет, я свою гнула линию всегда. То есть меня невозможно было переубедить, если я была уверена в себе. Я понимаю, что не все такими рождаются, тогда нужно это качество воспитывать в себе, но это я не могу ответить одним предложением, что нужно для этого делать. Это тема отдельного эфира, который тоже планируется. Но пока начните с медитации. Как улучшить красоту, здоровье лица? О, я это, кстати, говорила сегодня. К сожалению, эфир не сохранился, надо его еще раз повторить. Классный эфир был, что-то не получается сохранить. Но я сделаю еще раз повтор. Курение сигареты, да, это влияет на энергию, это намного хуже, чем алкоголь, потому что если алкоголь мы можем неделями не выпивать, а потом там выпить, да, бокал вина, то на сигареты тянет каждый день. Это привычка, без которой люди злые, да, если не удается покурить, портится настроение, ты злая. Поэтому сигареты, конечно, да, это нужно их стараться избавиться от этой привычки. «Сила энергопрактик», классная книга, да, супер. А кто покупал 30 правил? Как вам? Я вообще, мне отзывы очень нужны, просто для себя знать, как заходят продукты мои. Поэтому оставляйте мне в директ или пишите мне на почту вообще ваши пожелания, ваши впечатления, мне это важно. А может быть так, такое, что медитация не работает, и почему так? Так, медитация не работает, бывают на это причины, а вы не слушаете медитацию в надлежащем состоянии. Я говорю уже очень часто и на протяжении многих лет, что главное исполнение желаний — это альфа-состояние, это безмыслие, да, на самом деле. Нужно научиться входить в это альфа-состояние, останавливать свои мысли. И вот по этому поводу, да, кто не был еще на моем
практикуме «Исполнить желание силой мысли» обязательно приходите. Ссылка под этим видео самая первая будет. Мы там отрабатываем практики. 2,5 часа мы делаем практики на то, чтобы вот эту базу сначала освоить. Вход в альфа-состояние. Там очень-очень классные практики. Энергетическая сеть. О практике фокусировка я говорю в конце практикума. Визуализация. Мы делаем практику визуализации. Остановка внутреннего диалога. Очень важно тренировать это. Я не часто делаю такие видео на YouTube, да, с практиками конкретно работать, потому что вы любите медитации. Медитация — это самые легкие практики, да, на привлечение желаний. Они рабочие, но очень часто, чтобы сделать медитацию правильно, нужно войти в это альфа-состояние. И именно на этом практикуме, а не где-то на канале, нету таких практически видео на канале, я учу вас это делать. Когда вы освоите техники с практикума, вы сможете слушать медитации, и они будут работать у вас намного лучше. Поэтому через пару дней состоится этот практикум. Переходите по ссылке «Регистрация на практикум» и смотрите, и поработайте 2,5 часа. Это будет самая лучшая инвестиция в себя, в свое будущее. Так. Жду ваши вопросы интересные, да? Как понять, что желание пора отпустить? Во-первых, я всегда руководствуюсь сроком 21 день. Всегда довожу, например, медитацию или практику до этого срока, потому что 3 недели — это 21 день, это достаточно для того, чтобы сформировать матрицу вашего желания. Я по своему опыту сужу, там практика визуализация, вот она такая, ее не хочется делать постоянно, но если ты сделаешь 21 день визуализацию качественно, очень высокая вероятность, что вы начнете привлекать это желание, будет все меняться. Любые медитации, также если делать 21 день, это очень круто. Тогда можно уже перестать делать. Многие хотят дальше делать. Вот, если хотите дальше делать практику, можно дальше делать, но доделайте. Поделайте 21 день, просто не задумываясь о том, когда отпустить, пора, не пора. Просто сделайте 21 день качественно, и тогда уже отпустите. Я с вами каждый день, если не медитация, то аффирмация. Выходила из критической ситуации очень быстро. Благодарю, спасибо вам за отзыв. Как быть, если руки опускаются, если медитации не работают? Вот. Говорю об этом целый эфир, да, почему могут не работать медитации. У вас все продукты очень крутые, спасибо большое, мне очень приятно. С помощью ваших практик привлекла мужа, но сейчас не уверена, мой ли это человек. Ну, это уже, извините, да, я в этом не виновата. Есть такая проблема, привлекают желания люди, мужей, еще что-то, а потом понимают, что это вроде бы не то, что нужно. Это такая тема, да, я вот сама по себе знаю, начинаешь делать практику на желание, визуализацию, медитацию, неважно что, и я потом понимаю, что мне это не нужно, или я не уверена. У меня была такая тема, когда я хотела там приобрести недвижимость в определенной стране, в определенном городе, побывав там только один раз, я влюбилась в это место и начала делать. И что-то не так было, я не хотела это делать, я поделала, опять же, думаю, почему, мне же так нравится эта страна. А потом я приехала туда, это конкретно Черногория, Будва, мне очень нравилось это местечко. Потом я приехала туда в сезон, и я видела, что там полно людей в сезон, там просто нереально, мне там не понравилось, я не захотела, я еще раз увидела, что там очень-очень жарко летом, я поняла, почему я не хотела делать это желание? Мне эта недвижимость там абсолютно не нужна. И я рада, что я не тратила свое время на долгое, да, там 21 день на это желание. Поэтому я всегда жду, пока я очень буду уверена в том, нужно мне это желание или нет, и тогда начинаю с ним работать.
А как узнать? Ну, это тема большого эфира, да? Как узнать, нужно вам это желание или нет? Я бы могла еще говорить долго, но надо ответить на все вопросы, постараться ответить на многие вопросы. Еще раз ссылочки на все, что я упомянула под этим видео, будет на YouTube. А если вы смотрите стрим на Instagram, то ссылка на практикум будет в описании у меня, в шапке профиля. Приветики всем, кто присоединился. Спасибо за комплименты. Задавайте вопрос, еще есть у меня силы. На второй эфир еще минут 10 я поотвечаю. Какая техника закатывания желания? У нас эфир «Ответы на вопросы», а я решила делать эти эфиры почаще. Задавайте вопросы, я с удовольствием отвечу. Кто смотрит в записи на YouTube, то задавайте все равно вопросы в комментариях. Я просматриваю комментарии, и я либо сделаю эфир на какой-то вопрос, да, если этот вопрос такой потребует много времени, чтобы на него ответить, либо отвечу. Жду ваших вопросов. Последние 5-10 минут. Буду рада ответить. Как правильно загадать желание, чтобы вернулся парень? Так, хорошо. Ну, очень просто на самом деле. Это предложение в позитивном ключе. Имя парня, имя фамилии можно. Или просто, да, имя парня, я с этим, имя парня в счастливых отношениях. Все, просто констатация факта, что не обязательно даже говорить, он возвращается ко мне, просто говорит, что мы с ним в счастливых отношениях. У нас крепкие счастливые отношения. Но опять же, да, нужно понять, еще нужен вам этот парень. Может быть, это абьюзер, а вы будете привлекать, тратить свои годы драгоценные для женщины на очень нехорошего человека. Насчет снижения важности. Вы знаете технику отсушка? Автора не помню. Действительно ли она эффективна? Нет, такой не знаю, отсушки. Что-то такое похоже на ритуальные, да, какие-то такие ведьминские отсушки, присушки. Почему после многих медитаций я плачу? Почему плачешь? Потому что там очень позитивная информация. Я так формулирую предложение в своих медитациях, да? Это предложение наполнено, каждое предложение наполнено смыслом. Девушка мне как-то писала, что у меня хорошие медитации, именно смыслы в предложениях. И они просто лечат эти предложения душу, да, вот эти установки негативные, которые накапливались годами у вас, и то, что правильно, да, вы считали, но оно не работает, да, оно не работало, не приносило результата. Когда вы слушаете медитации, они начинают лечить вашу душу, и очень часто плачем вы очищаетесь, да, плач, вы понимаете, что всю жизнь делали что-то не то. Вы начинаете чувствовать свое соответствие, да, с этими предложениями, их вибрации, вы понимаете, что это вот правильно на самом деле. Вот это вот, вот эти установки правильные, а не те, которые были всю вашу жизнь в вашей голове. И инсайты, они всегда очень сенситив, они вызывают слезы. Я часто плачу, когда я понимаю, что это такое сокровенное, да, что ой, как же я это не понимала, или как хорошо, что я это поняла. А когда облегчение чувствую, когда чувствую, что да, вот это то, что я искала. Ничего страшного нет, если вы плачете. Главное, что нужно перестать потом плакать и слушать медитации. И чувствовать то, что я говорю. Ваша медитация просто супер. Спасибо вам. Спасибо вам за отзыв.
А практика со стаканом воды можно так делать? Как? Что вы имеете в виду? Как делать практику? Кстати, со стаканом воды хорошая практика, одна из моих ранних практик. Ну, не моих, это Зеланд описал, но я ее немножко интерпретировала по-другому и записала еще, наверное, лет 5 тому назад на канале. Если делать аффирмации и медитации одновременно, желание сбудется быстрее, да, они дополняют друг друга, эти практики медитации и аффирмации действуют в связке. Если еще туда подключить, вот у меня на курсе МЗП, который сейчас пока не активный, было все, мы делали аффирмации, медитации, перепросмотр, еще куча практик, да, ну это такой интенсивный курс, крутой был. И, возможно, я когда еще сделаю запуск еще раз, но пока нет. Но да, конечно, вы можете это использовать. Все, отвечаю на последний вопрос и заканчиваем наш эфир. Смотрю ваш эфир, и так спокойно на душе, вы терапевтируете. Спасибо, я рада, что вам помогает. Аморальный метод работает безотказно. На самом деле аморальный метод — это медитация, разожги в нем страсть, да? Вы это имеете в виду? Если кто-то хочет, чтобы мужчина хотел вас безудержно, то тоже ищем у меня на канале или на YouTube, да? Алекса Оник, разожги в нем страсть. Классный очень метод, медитация. Да, курс крутой, но без живых вебинаров уже не то. Да, живые вебинары — это круто. Это живые встречи со мной были. Я этот курс вообще, он продолжался года 4, и я каждые 3 недели проводила живые вебинары. Это было здорово, классно, но мне тоже нужна передышка. Поэтому. Хорошо, дорогие. Я обязательно еще буду уходить. Видите, я уже, как обещала, уже прям сегодня 2 раза вышла в эфир. Все ссылки на все, о чем я говорила, медитации, кому нужна книга «Сила энергопрактик», другая книга, кому обязательно этот практикум сделайте бесплатный. Все ссылки под видео на YouTube, либо в био, в описании профиля. Давайте, делайте вещи, прокачивайте свою энергетику, практикуйте, делайте практики обязательно правильно, и все у вас получится, все ваши желания, которые вам действительно нужны, будут ваши. Все, люблю, целую, пока.